Привет, бро, меня зовут Пузи, и добро пожаловать на новый выпуск Q&A. Вот он на ладошке, смотри. Сегодня я буду брать вопросики в очередной раз со своей группы ВКонтакте. Поэтому, если ты еще в нее не вступил, то почему ты еще этого не сделал? Все самые свежие новости, самая лучшая журналистика и все самое интересное только там. Ну, ладно, шучу. Конечно, в моем канале самое интересное. Но туда тоже можно вступить, потому что это круто. Тогда ты станешь поистине настоящим бро. Вот прям таким бро-бро-бро, который следит за всем. Представь, что у тебя вот таких 10 мониторов, и ты вот такой... Следить за пути! Итак, переходим к первому вопросу. Где же Рафик? Постоянно спрашивают этот вопрос, и он постоянно появляется очень... Больше никогда не спрашивайте у меня этот вопрос. Ты хоть раз пел? Давайте-ка с вами вспомним, как я спел эпичную песенку из Шрека. Somebody once told me the world is gonna rule me, I in the sharpest tool and a shit. Это был плохой пример. Давайте что-нибудь другое. Ладно, 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 я не буду петь. Если я буду петь, то я буду как какая-то русалка, которая глушит пиратов. Собираешься еще красить волосы? Со своими волосами я закончил экспериментировать очень давно, но какие-то постоянные споры вынуждают меня это делать. Поэтому очень скоро на моем канале, возможно, выйдет даже такой видосик. Тебе когда-нибудь хотелось бы сняться в фильме? Ладно. Расскажу вам небольшой секретик. Об этой истории я вообще никому не рассказывал, поэтому решил поделиться только со своими бро. Недавно я проходил кастинг, который называется «Хочу в Голливуд». Фишка этого кастинга в том, что абсолютно у каждого человека есть возможность попасть в фильм. То есть, если вы пройдете этот кастинг и вас одобрят, вы можете сняться в голливудском фильме. Я проходил кастинг на такой фильм, как «Оракул. Игра в темную». И вот с кем мне даже удалось увидеться на съемочной площадке. Это Саша из «Универа». Серьезно, только представьте себе, что где-то 5 или 7 лет назад ты смотришь сериалы с этим человеком, а теперь ты просто встречаешься с ним и жмешь ему руку. Поэтому я призываю каждого из вас попробовать поучаствовать в этом кастинге, если вы живете в Москве. Отбросьте все свои страхи, потому что вот вам кадры, как я проходил этот кастинг. Оранжевый орел планирует устроить торжество на Тверской улице. Просьба предотвратить угрозу. Возможно, летальные исходы. Будут задействованы молодые орлы. И да-да-да, я вовсе не смущался. Только потому, что там очень крутые ребята работают. И они такие: давай, чувак, взбодрись и сделай всех. Супер! Молодец! Все, классно! А также вы мне очень сильно поможете, если вы сделаете хэштег «Пози в кино». Так вы мне очень сильно поможете попасть в этот фильм, и тогда вы мне поможете исполнить мою главную мечту — сняться в фильме. Поэтому, если что, вся подробная информация будет находиться в описании под этим видео. Хочу в Голливуд, участвуйте, приходите. Это будет очень клево, вам понравится. Как минимум, это очень необычный опыт. Ну а мы с тобой переходим к следующему вопросу. Пози, почему ты любишь фиолетовый? И еще вопрос, если мой любимый цвет будет фиолетовый, то я тоже стану классным чуваком, как ты. Это так круто, когда говорят тебе, что ты классный чувак. Возможно. А возможно и нет. Возможно, просто нуб, который не умеет играть в игры, и над ним просто прикалываются. Смотрят его, типа, дайте-ка посмотрю, как этот чувак ракалит. Я не знаю, мне кажется, что фиолетовый цвет — это один из самых приятных цветов для глаз. Он особо не напрягает тебя, и в то же время у тебя появляется какое-то творческое вдохновение для того, чтобы делать новые видосики. В общем, не знаю, мне просто нравится это этот цвет. Мне не нравится ни один другой цвет, кроме как фиолетовый. Ну, возможно, еще там есть несколько, но они так себе там, на 6 из 10. А вот фиолетовый точно 10 из 10. Как хорошо ты учился в школе. Очень плохо. Ужасно. Серьезно. Ладно, я не буду никого обманывать. Я учился просто ужасно. Мои оценки иногда даже еле доходили до 4 или 3. Только потому, что некоторые предметы я просто не изучал. Ну, просто забивал. Такой, ладно. Адьос, чуваки, я пошел! А
это я типа дворник уже. Как будешь праздновать 18-летие? Я подготовлю офигенный видос для своего канала и для своих братьюнь. Затем отпраздную этот день рождения со своими родителями. И отправлюсь на выставку Gamescom. Поэтому это будет мое первое день рождения, которое будет проходить не в России, а в Германии на Gamescom. Если кто-то из вас идет на Gamescom, можем с вами увидеться, пофоткаться. В общем, приходите. Это не реклама. Как лето проводишь? У меня для этого есть очень крутой мимас. Вот он. Вот так вот я провожу лето. Да. Да. О, великий Пози! Про Роблокса! Сыграешь ли ты в мою демку игры про ютуберов? Ты там есть! Без проблем отправляйте мне свои игрушки на почту. Вот она, кстати. У вас есть шанс, что именно ваша игра попадет в видосик. Ты пытался делать влоги? Но они у меня выходят 3 раза в неделю. Это что-то вроде влогов, только челлендж плюс влог. Ну, такой, знаете, очень странный смежный формат, который я решил совместить, чтобы было немного интереснее смотреть такого рода ролики. Пози, твоя любимая песня до сих пор Деспасито? Нет! Нет! Нет, это не моя любимая песня. Просто я знаю таких людей, которые до сих пор не слышали эту песню. Представьте, 3 миллиарда просмотров, а еще никто ее не слышал. Я не знаю почему, как это работает, но песня прикольная. Пози, сколько у тебя будет подписчиков через 5 лет? Миллиард. Если не будет миллиарда, то... 2,5 миллиона через 5 лет. Отличный ачивмент. Let's get achievement. Сколько сантиметров? Вот такого размера мой стол, на котором я снимаю свои видео. А вы что подумали? Ну что ж, бро, а на этом этот ролик подходит к концу. Надеюсь, тебе понравился этот Q&A. Хочу еще раз напомнить, чтобы вы поучаствовали в проекте «Хочу в Голливуд». Для жителей Москвы вы можете спокойно прийти и поучаствовать в кастинге. Вам только нужно перейти по ссылочке в описании. Ну а ты оставайся таким же крутым и веселым. Обязательно ставь свой лайкос и подписос. Увидимся с тобой в следующих видео. Adios! Playtime!